Сперва 56-летний вор пробрался в ритуальный магазин, разбив стекло на окне и повредив металлическую решетку. Здесь не оказалось ничего ценного, и он направился в соседний магазин. Но и здесь мужчине не повезло, сработала сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Неудачливый грабитель скрылся от них, забыв в магазине чемодан со своими вещами и документами. Стражи порядка задержали преступника по горячим следам. Задержанный признал свою вину и рассказал, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе беседы с полицейскими задержанный пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Руднянске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Покушение на кражу». Задержанному грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Элина Нурматова, Светлана Разганова, Десна ТВ.